В столице с аншлагом прошло ледовое шоу «Друзья Дениса». Известные фигуристы из разных стран почтили память бронзового призера Сочинской Олимпиады Дениса Тена, чья жизнь трагически оборвалась в июле прошлого года. Организаторы представления, а это фонд имени Дениса Тена, продолжают начатое дело чемпиона. При жизни прославленный спортсмен не раз проводил концерты на льду ради популяризации фигурного катания в Казахстане. Его шоу «Денис Тен и друзья» полюбили миллионы поклонников этого красивого вида спорта и не только в нашей стране, но и за ее пределами.